Встречали гостей колоритом не только по прилету, но и перед выходом на лед. Компанию клубным маскотом составили танцы на льду под русские народные мотивы. Команды на льду: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтяник», «Авангард», «Нефтехимик» и «Эсмоск Старс» из Петербурга. Этих парней встретили особенно тепло. Короткие приветственные слова с пожеланиями удачи и гимн. Впервые над льдом Нефтехим Арены развивался флаг Соединенных Штатов Америки. Национальное угощение роздано, официальная часть закончена, символическое вбрасывание и старт дан. Центральная игра первого дня турнира. Юниоры Нефтехимика скрестили клюшки с Эсмарк Старс. Этого противостояния с нетерпением ждали все болельщики. Чья школа окажется сильнее, русская или американская? Нефтехимику предстояло не просто отстоять честь Нижнекамска. Отступать нельзя, за нами вся Россия.